Открытка с образом синего кита – это просто окно в сказочный мир. Удивительный, волшебный. Любая деталь – это что-то новое, это что-то, ну, восторгающее своим видом. Вот сам синий кит – это олицетворение доброты. Как ее может быть много? И вот как огромный пароход, в море синем он плывет. Тут даже пароход есть огромный, чтобы мы ощутили, как много доброты у синего кита. А по сути, вся открытка, она выражает счастье. Вот, ну, такое настоящее счастье, что все сказочное, все ликует, все настолько красиво, что за раз это невозможно даже охватить. И оно так глубоко воспринимается, так глубоко принимается, что, вы знаете, вот на самом деле хочется войти в это счастье, окунуться в это счастье. Это счастье, которое передает этот герой. И так здорово, что у нас есть прикосновение к нему. У нас есть возможность его постигать.